Всем привет, меня зовут Алина Федорова, я модель, блогер и создатель онлайн-фитнес-платформы. Ребят, бывало ли у вас такое, что вы встаете из-за обеденного стола с чувством тяжести в животе? У вас болит живот, некомфортно, иногда тошнит, либо же чувство вины, что вы как будто слишком много съели и думаете вообще, зачем вы это ели, зачем вы ели такую жирную калорийную пищу? А бывает так, что вы уже сыты, вроде бы уже поели, а все равно рука тянется к чипсам, к каким-то печенькам и конфетам. Все эти симптомы объединяются. Одно понятие – это переедание, либо же зависимость от еды. Дело в том, что у нас еще такая культура, которая в очень многом связана именно с приемами пищи. То есть у нас так традиционно сложилось в странах СНГ, что всегда на какие-то празднования у нас прям накрывается огромный стол, очень много еды, плюс наша кухня, она в целом очень калорийная, очень жирная. Также вспомните, как в детстве часто там от родителей, от бабушек вы слышали: вот пока ты не съешь все из-за стола, ты не уйдешь. Либо же там даже наказывали, либо же некоторые наоборот там предлагали деньги, либо какие-то подарки, если ребенок все-таки ест этот суп. Много таких, да, вот триггеров, которые повлияли именно на нашу культуру пищевого поведения. Конечно же, часто у людей зависимость от еды как раз-таки связана с тем, что родители, там бабушки, дедушки так воспитали. То есть они уже пихали в этого ребенка свыше нормы. Когда я переехала в США, я в полной мере увидела, как индустрия питания влияет на людей. Повсюду рекламы, бигборды, там какие-то скидки на фастфуд, огромные порции в кафе, ресторанах. Понятное дело, что у людей просто нет шансов, чтобы не переедать. И как бы очевидно, почему такой процент людей, у которых ожирение. Конечно же, фастфудам, кафетериям, ресторанам им выгодно, чтобы люди туда ходили, чтобы покупали больше, заказывали больше, и чтобы у человека реально была зависимость от этой еды. У них это, в принципе, удачно получается. Действительно, очень много людей как раз-таки страдают от этой зависимости, очень часто переедают. Такая тенденция есть здесь, и такая же тенденция, в принципе, у нас тоже в странах есть. Ребят, в сегодняшнем видео я вам расскажу, как отфильтровать влияние внешних факторов на нас и как научиться распознавать реальные сигналы нашего организма о голоде. И вообще, как понять, когда это ложный голод, а когда реальный. Я рекомендую вам придерживаться минимализма в еде. Минимализм я еще называю осознанностью. Помните о том, что чем проще блюдо, тем, скорее всего, оно полезнее. Потому что очевидно, что если у вас будет здесь у вас чечевица, здесь у вас огурцы, помидоры, зелень, то есть все, в принципе, очевидно, что нет ничего лишнего, никаких вредных компонентов. Вы должны понимать, что каждый кусочек вообще еды, который вы употребляете, это то, что будет влиять на ваше настроение, на ваше самочувствие, на ваш организм, на ваше здоровье и, в конце концов, на продолжительность вашей жизни. Не нужно, конечно же, до фанатизма доводить, нужно найти для себя те варианты, которые вам по душе, которые подходят вашему образу жизни. Еда должна приносить удовольствие, но в то же время вы должны понимать ее пищевую ценность. Вообще, ребят, если чаще себе задавать вопрос, зачем вы едите эту еду и что она вам даст, какие полезные там свойства, элементы, витамины там есть, и вот, так сказать, составить, да, список за и против, тогда это, скажем, отрезвляет, и тогда больше вероятности того, что вы будете питаться правильно. Начните постепенно упрощать свои блюда. Исключите из своего рациона те продукты, которые имеют в своем составе канцерогены различные, какая-то химия. То есть я сейчас говорю о каких-то чипсах, о каких-то конфетках, о каком-то быстром питании. Это то, что должно в первую очередь у вас уйти. Также, кстати, люди, которые живут в маленьких городах, в деревнях, поселках, у них меньше соблазна покупать какую-то вредную еду, потому что нет, скажем, столько различных заведений фастфуда. И это уже очень круто. Поэтому питаться правильно и питаться в меру можно, в принципе, вне зависимости от того, где вы живете. Например, здесь в США очень много продуктов, огромный ассортимент в супермаркетах, много кафе, много ресторанов. Но, к сожалению, 80% этой продукции, она является вредной для организма человека. Поэтому очень важно уметь фильтровать то, что вы покупаете. Также очень важно понять триггеры, которые побуждают вас переедать. Например, бывает эмоциональная, психологическая зависимость от еды. Это когда человек заедает свои стрессы едой. Например, у вас произошел какой-то конфликт, там проблемы на работе, не знаю, с мужем поругались или еще что-то. И у вас защитная реакция, нужно что-то съесть быстренько, нужно чем-то себя порадовать. Какой-то тортик купить, пирожное, шоколадку. Кстати, от чего это идет? Вот вспомните себя в детстве. Если вы были молодцом, если вы были хорошей девочкой, вам мама говорила: будешь хорошо себя вести, я тебе куплю конфетку, я тебе куплю тортик. У нас с детства ассоциация, что какие-то сладости, там наша еда, вот какая-то наша любовь,
любимая, она является неким вознаграждением. Есть продукты, которые вот наши любимые, неважно, может быть, это и не тортик, а что-то другое, но это то, что вы любите, и вы таким образом себя просто хотите успокоить, порадовать. И поэтому, когда у вас происходит какой-то стресс, вы просто бежите за этим продуктом, хотя вы не испытываете совершенно чувство голода, вы сыты, вам не нужно столько еды, но у вас стресс, вам нужно съесть. Поэтому вы должны четко понимать, действительно ваш организм требует пищи, либо это психологическое. Если у вас физиологическая зависимость от еды, как бы тут уже нужно обращаться к диетологу, признать тот факт, что у вас есть проблема, это уже половина решения этой проблемы. Много женщин, которые одиноки, у которых проблемы в личной жизни, они тоже пытаются это компенсировать едой. Это очень взаимосвязано, тут тоже может помочь помощь психолога. Многие успешные люди, однажды они были далеки от той реальности, в которой живут сегодня. И главное, что отличает тех, кто доходит до цели, намерение и действия. Выбирать действия, направленные на любовь к себе, стало однажды ключевым решением в моей жизни. Тогда появился Whispens. Мой личный взгляд на спортивную тренировку сквозь призму неудачного опыта, проб и ошибок. Ни одна рекомендация, тренировка, созданная мной для Whispens, не случайна. Это доказывают тысячи девушек своими результатами и отзывами. Вы сможете уже сегодня сделать свой первый шаг на пути к телу своей мечты. Достаточно просто перейти по ссылке в описании под видео. Научитесь делать осознанную паузу. Часто бывает, когда мы на стрессе, мы хотим что-то схватить просто на автопилоте, какую-то еду, и мы не думаем. Но если вы себе скажете: так, стоп, я сейчас 10 минут не буду все-таки касаться еды, я подожду, подумаю. Чаще всего вы потом поймете, что ваш организм не хочет еды, он сыт. Это просто стресс, тревога, вот что-то еще. Также вы должны понимать, что часто еще мы едим от скуки. Ну, просто как-то делать нечего. Вот просто я телевизор смотрю, там работают за ноутбуком. Часто тоже по этой причине люди переедают. Просто они едят и даже этого не замечают. И, кстати, когда ты чем-то отвлечен, какой-то работой, либо просмотром какого-то фильма, ты даже не замечаешь, сколько ты там ешь той еды, сколько конфет ты съешь, либо же печенье. И потом сам можешь быть в шоке от того, какой там пакет конфет ты съел. Поэтому ни в коем случае этого делать нельзя. Если вы заняты каким-то делом, вы должны вообще подальше от себя отсунуть всю еду, тем более вредную еду. А если уж вам хочется что-то жевать, то, пожалуйста, берите какие-то фруктики, овощи нарежьте и ешьте это. Что касается осознанной паузы, вы можете, вот как только хотите что-то взять покушать, попробуйте подышать свежим воздухом, переключить свое внимание на что-то другое, отвлечь себя чем-то, гимнастикой заняться, попрыгать, присесть пару раз. Это тоже позволит вам избавиться от мыслей про еду. Следующий лайфхак очень простой, но при этом рабочий, действенный. Используйте всегда маленькие тарелки. Вы можете просто проэкспериментировать. Взять одну и ту же порцию еды. Вы ее можете даже предварительно взвесить на весах и положить эту порцию еды на две тарелки. При том, что одна тарелка будет большой, а вторая будет маленькой. И нашему мозгу, конечно же, будет казаться, мы будем думать, что вот на вот этой большой тарелке еды недостаточно, что как будто надо еще, как будто... И, конечно же, нам так и захочется положить в себе прибавку. Если у нас будет небольшая тарелка, которая будет наполнена полностью этой едой, нам будет казаться, что еды довольно много, и нам, в принципе, хватает. Поэтому, да, мой совет: держите у себя только небольшие тарелки. Кстати, в Америке я заметила, что у очень многих людей реально большие тарелки. И, опять-таки, когда вы идете в ресторан, в кафе, вам тоже приносят большие, я бы сказала, огромные тарелки. Представьте ситуацию: вы приходите уставший после работы домой, и тут вы видите прямо перед вами, на самом видном месте, стоит такая тарелка огромная, там, с какими-то конфетами, либо какой-то выпечкой, печеньем. Конечно же, вы на автомате это съедите в первую очередь, там, вообще перед приемом, нормальным приемом пищи, и даже не вспомните об этом. И представьте другой вариант, что если у вас на этом же месте будет, наоборот, тарелка с какими-то нарезанными овощами либо же фруктами. Понимаете разницу? Тут будет совершенно иначе. Так вы тоже, в принципе, что-то съедите, сделайте небольшой перекус, но это будет что-то полезное. Поэтому моя вам рекомендация: все свои самые вредные продукты, если у вас там дома какие-то
какие-то конфетки, не знаю, какой-то печенька, хлеб, выпечка, что-то такое, лучше от этого вообще избавиться, выбросить, либо же наоборот куда-то засунуть подальше. Рекомендую на самое видное место поставить тарелку с, например, с фруктами, либо какими-то ягодами. То есть это могут быть яблоки, персики, бананы. Это в любом случае будет более полезно. Либо же это может быть, например, вами приготовленная гранола. Тоже такой вариант полезного перекуса. Еще один лайфхак, что касается овощей. Выделите каким-то вечером там 15 минут своего времени для того, чтобы подготовить овощи. Нарежьте их, там морковь, брокколи, сельдерей и положите воду в контейнер. А также можете, например, зелень сложить в бумажное полотенце и тоже положить это в контейнер. Таким образом вы повысите срок хранения зелени в холодильнике. И также вот эти овощи, они у вас будут всегда под рукой. Как только вы придете с работы, вы откроете холодильник и достанете эти овощи. Храниться в таком виде они могут у вас 3 дня. При этом они там потеряют, ну, минимум витамин, а в основном там, в принципе, все останется. Поэтому это очень тоже неплохой такой вариант. Также ни в коем случае нельзя доводить свой организм до такого состояния, когда вы уже очень сильно голодны, потому что это уже говорит о том, что вы, скорее всего, переедите. Чтобы такого не происходило, очень важно иметь с собой перекусы какие-то. То есть, где бы вы ни находились, на учебе, на работе, в транспорте, вы можете просто в сумку положить там какой-то пакетик орехов, сухофруктов, какое-то яблоко. То есть, это в любом случае лучше, чем ничего. Когда вы это съедите, на какое-то время ваш организм будет чувствовать насыщение. И потом уже, когда у вас будет доступ к основному приему пищи, скорее всего, вы уже не переедите. Также очень здорово, если у вас есть возможность там выпить в промежутке между приемом пищи протеиновый коктейль. Это тоже позволит вам поддерживать свой организм в нормальном состоянии и не испытывать сильное чувство голода. Кстати, ребят, если вам будет интересно посмотреть видео на тему моих любимых перекусов, обязательно напишите об этом в комментариях. Пейте больше воды. Кстати, наш организм часто путает чувство жажды с чувством голода. Иногда организм просто обезвожен и подает сигнал, что мне нужна вода, а человек воспринимает это, что мне нужно поесть. Поэтому очень важно соблюдать водный баланс. Имейте всегда воду под рукой, она должна где-то быть перед вашим взором. Поставьте кувшин с чистой фильтрованной водой, положите туда лимон, мяту. Даже проводился такой эксперимент. Люди, которые выпивали за 30 минут до приема пищи 2 стакана воды, в итоге потом ели на 10-15% меньше тех, кто не пил воду. Кстати, это очень хороший результат, и мне кажется, что это отличный лайфхак для тех, у кого есть проблемы с перееданием. Ешьте медленнее. На самом деле это очень важно. Очень важно все пережевывать, потому что, во-первых, и для нашего желудка так лучше. И вообще нашему мозгу нужно примерно 20 минут, чтобы подать сигнал, что мы уже сыты и что нам уже есть не нужно. Поэтому очень важно есть медленно, пережевывать. Ни в коем случае нельзя в это время читать, смотреть социальные сети, либо каким-то образом отвлекаться, потому что вы не сконцентрированы на приеме пищи, и вы можете все это проглатывать и тоже не замечать, сколько вы там едите. Также я рекомендую вам просто наслаждаться едой, то есть смотреть на нее, наслаждаться запахом еды, пытаться распробовать ее вкус. И вам сам процесс этот будет доставлять больше удовольствия, и в итоге вы увидите, что вам не захочется переедать, вы будете как будто насыщаться едой гораздо лучше, быстрее. Запахи тоже очень сильно влияют на наш аппетит. Например, если понюхать корицы немного, каких-то пряностей, это наоборот будет давать нашему организму как будто насыщение какое-то, вам не захочется есть больше. Поэтому тоже рекомендую добавлять нечто подобное в свою еду. Либо же просто купить какой-то ароматизатор специальный для вашей кухни и вот перед приемом пищи понюхать это все, и потом вам просто не захочется есть много. Так же самое есть и наоборот, запахи, которые наоборот провоцируют чувство голода. И самое главное правило, не наказывайте себя за переедание, потому что это просто путь в никуда. Это будет такой замкнутый круг. Очень часто девочки едят там тортик, да, там то, что они любят, а потом у них их мучает совесть, и потом они говорят, все, я больше не буду есть, и целый день они не едят ничего, сидят на воде и на одном яблоке. И потом происходит снова срыв, и, конечно же, когда мы голодаем, это потом еще больше провоцирует переедание, и в итоге мы просто набираем больше вес. Голодание – это просто отличный способ, наоборот, набрать вес. Я уже много раз об этом говорила, поэтому ни в коем случае нельзя совершать такую ошибку. Вы должны понимать, что правильное питание – это не 800 калорий в день, это не голодание, не изнурение себя какими-то жесткими диетами, это не какие-то рамки, которые вам не дают есть то, что вам нравится. Правильное питание, оно включает
включает в себя 2-3 основных приема пищи и еще несколько перекусов. При этом это та еда, которая тоже вам нравится, которая вам по душе, просто нужно грамотно ее выбрать для себя. По той причине, что у некоторых людей ложное представление о правильном питании, они и страдают потом булимией, анорексией. Например, я питаюсь правильно, сбалансированно, я веган, у меня нет зависимости от еды, у меня нет зависимости от сладкого. И все, что я ем, мне действительно нравится, то есть я себя не мучаю. У меня нет такого, что я себя заставляю есть ту еду, которая мне не нравится, но я там боюсь набрать вес и вот мучаю себя. Нет, я вообще живу в свое удовольствие, питаюсь так, как мне нравится, и при этом это здоровая пища. Ребята, я очень надеюсь, что это видео стало для вас полезным, и что вы будете применять мои советы в своей жизни. Помните о том, что действительно очень тонкая грань между перееданием и приемами пищи. Очень важно чувствовать и понимать свой организм. Желаю вам удачи, желаю вам питаться правильно, сбалансированно, ни в коем случае себя не изнемождать какими-то жесткими диетами, не корить себя за лишний съеденный батончик, а действительно подходить к вопросу составления своего рациона мудро, грамотно и при этом всегда оставаться здоровыми и красивыми. Спасибо за просмотр, а мы с вами скоро увидимся. Пока!